Итак, друзья, категорически всех приветствую. Меня зовут Бегаев Алик. Я, соответственно, по боксу тренер. А это, соответственно, знаете кто? Это Ника, друзья. Всем привет! А знаете, кто такая Ника? Двукратная чемпионка мира по боксу. Вы наверняка помните ее знаменитые баталии с Лейлой Али, с дочерью Мухаммеда Али. Видите ее татуировки? Там нарисованы персонажи, которых она завалила просто, понимаете, друзья? Почему бокс? Расскажи. Все очень просто. Здесь... Спасибо, друзья. Молодец. Друзья, вы задаете мне очень много вопросов на тему того, как драться с тяжеловесами или с высокими людьми. Именно сегодня мы об этом и поговорим, и я уже вижу претендента, который будет мне сегодня помогать. Видите эту вот эту вот машину? Посмотрите на него. Стасян, страшно смотреть на тебя, брат. Можно поздороваться? Приветствую, спасибо большое. Стас, сколько ты весишь? 97. А рост у тебя какой? 1,90 м. Вот, друзья, в принципе, хороший персонаж для отработки всех этих вещей. И поэтому сегодня я покажу вам, как работать с тяжеловесами и с высокими ребятами. Поможет мне Стасян. Мастер спорта по боксу, кстати, друзья. Поехали. Итак, друзья, показываю, как надо работать с высокими и тяжелыми людьми. Опять же, задача, если он тяжелый, если он тяжеловес, конечно же, лучше с ним не играть, потому что каждый его удар может быть просто фатальным, особенно если против вас стоит такой человек, как Стас. Поэтому мы сейчас со Стасом просто я вам покажу примерно, как это делать. Стас, я твой друг. Я понял. Я твой тренер. Помню. Поэтому, Стас, ты как бы, да? Все понял. Понимаю, нам еще жить. Я как бы для людей работаю. Там все дела. Друзья, как подбираться к высоким? Соответственно, через уклон или через нырок, потому что он все время будет держать вас на джебе, держит вас, он не дает вам к себе подойти. Соответственно, Стас не такой высокий, как Кличко, и я, в принципе, не маленький. Ну, представим, что он высокий Кличко, а я маленький какой-нибудь там коренастенький по ветке. Итак, через уклон, друзья, задача выбрать момент, когда он бросает свои удары какие-то, выбрать момент, чтобы сделать уклон и сделать свою атаку. Поехали, Стас. Оп, бам-бам-бам-бам-бам. Еще раз. Ищешь момент. Оп, дан-дан-дан. Оп, там-там-там. Или же через нырок. То есть вы ищете момент, чтобы поднырнуть под него постоянно. Опять же, обратите внимание, очень хорошо это делал всегда Тайсон. Задача постоянно под него подныривать. Если вы видите, что он, допустим, держит вас все время на джебе, не дает к себе подойти, значит, вы через этот джеб, бросай джеб, все время пытаетесь. Короче, основная задача, если он высокий, а вы нет, просто войти к нему в клинч, постоянно, ближний бой. Вы заходите через уклон, через нырок к нему, у вас короткие рычаги, если вы маленький и коренастый, у вас короткие рычаги, вы делаете эту работу. Если он длинный, высокий, ему неудобно работать в клинче. Поэтому ваша задача постоянно через нырок, через уклон заходить к нему в клинч и обрабатывать его корпус и верхние этажи. Но лучше всего, друзья, на самом деле, если вы любитель, тем более, если вы не профессионал, не работать с людьми, которые выше вас или тяжелее вас. Это очень важно. Нужно работать со своим весом и желательно со своим ростом. Потому что если нарваться на такого, как Стас, это сейчас мы просто стояли, отрабатывали. А так, если что, на моих глазах столько здесь народу сажал по печени, что просто пипец. Они все врубятся за тебя. Все подписчики мне поймают. Мне кажется, это не поможет. Друзья, теперь вы понимаете, о чем я вообще говорил вам на ринге. Вот вы можете представить, что это человеческая голова или печень? Вы представляете? В общем, друзья, итог такой. Все, здоровяк, ладно, ладно, тоже разогнался. Воу-воу, все. Друзья, этот, на самом деле, все это можно отрабатывать также на груши, как я говорил в прошлых передачах. Опять же, просто даете себе установку. Удар через уклон, удар. Через уклон, серия. Или опять же через нырок. Пусть это будет начально на груши. Нырок, бум-бум-бум-бум. Там уклон, уклон, бум-бум-бум-бум. Опять же, посмотрите, как это делает Тайсон.
Итак, друзья, с вами был Бегаев Алекс. Смотрите мой канал. Занимайтесь боксом, как Ника. Ник, а это правда, что ты чемпионка мира по боксу? Да. Давай проверим. Давай проверим.